перед вами микроскоп 60-кратный. Универсальный. Значит, может работать с такой подсветочкой, либо непосредственно с подсветкой поля. Значит, для того, чтобы что-то рассмотреть, ставится на исследуемый объект, наводится резкость, и с 60-кратным увеличением можете рассматривать все, что угодно. Значит, также можно, что у него есть такая функция, как ультрафиолетовая подсветка. То есть это для там, рассматривания денег или каких-то, в общем, там, то, что видно в ультрафиолете. Питание. Обычные три батареечки LR44. Все. Как маркировка называется? Так не помнишь? Сколько? 95-92. По-моему, так. 60X. 60-кратное увеличение, да? Да, 60-кратное. Теперь уже 59-кратное увеличение после удара. Ну да. Ага. Все, отлично, все, спасибо. Ага.